Ой, я уже слишком старый, мешайте. Нам нет и просмотров не заработает. Сейчас нам замажут. Все. Да, наши... Всю красоту. Годы нашей неблагодарной работы. Моя строчка. Вот Киркоров, новый юбка. Здравствуй, Филя, как дела? Брюк. Нет? Здравствуйте. Помощь туда, куда... Я думаю, может, не депутат все-таки, а в индийских фильмах когда вычислили. Думают, что это русский. Даже копируют это. Нам сейчас да, копируют. Да, да. На здравие! Да. Нам 15 лет назад Михаил ходил здесь. Да. И тогда была надежда на то, что мы станем когда-то настоящими артистами. И вдруг так и произошло. Вот так вот провожает меня народ на сцену. А вот тут вот все про фабрику говорится. Я первый. Красота вообще. Хочу сказать, что мы сейчас находимся на передаче «Вечер», субботний вечер, и прямо в прямом эфире для вас поет Никита Малинин. Нифиговая толпа фабрикантов сейчас поет свою главную песню. Круто ты попал на тебе. Ты душа компании, ты поешь как сало. Леши нет, я же не знаю.